Ну вот второй ролик лечения Игната Тихоновича. Тут время уже подходит к концу сейчас. Будем уже скоро снимать. Ему коснуться надо. Все, мы закончили лечение. Подождите, не сгинайте меня. Что за дрожит-то? Ну, вытяните ее немножечко. Пока закончили лечение, сейчас я сниму все. Беру аппарат. Пока немножко не остынет, обливается. Как вы себя чувствуете, Игнатий? Хорошо чувствую. Отсчет делаю за прогулку. 7, 6, 5, старт. Подождите, не торопитесь. Что придет время. Прекрасные ноги благовествующих мир. Больше меня в интернете говорят, никто не благословил это, не благовествовал, как Андрей Кураев говорит. 120 тысяч километров. Из Барнаула дошли до Тихого океана, Владивосток, находка. Открыли шенгенские визы, забросили границы 5 тонн книг один другой раз. И дошли Португалия, Атлантика, Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. И сколько выступлений было, а только 650 библиотек. А сколько встреч, дорога, останавливались, благовествовали. О-о-о! Какие опасности были, даже нами гнались. Вернулись, главное, сломали в Швеции. Волоком дотащили нас до Калининграда, Кёнигсберг. Удивительно, как все Бог сделал. Видишь, как она снимает? Вот, вот отсюда надо видеть. Видно, видно. Все, красная нога. Компресс сделали, все. Ночью сегодня у меня была судорога ужасная. Я думал, мышцы порвет. Где? А вот в этом месте, вот. Вот, правой ноги. Вот здесь. Так я, у меня лекарство такое, я кружку горячей воды правильно, с медом выпил. Правильное лекарство. И потом... Надеваю шерстяные носки, они у меня здесь, вот покажу даже какие. Ну, они не залезет еще. Вот оно. Посмотри, тут рядом лежат. Шерстяные валенки надеваю и ходить начинаю. И оно гаснет. Да, вот здесь дальше. Пушистые такие. Смотри сам. Вот, они, вот, вот. Эти? Да. Это видишь, моль съела, это я и на них так нашил. Моль. Вредная тварь. Хотя все дышащее хвалит Господа. Да она не дышит. Дышит, дышит. Она вредная такая. Они где-то у нас развелись, а мы не знаем где. То ли в сухарях, то ли в вениках. Это можно штанину заворачивать. Почему Господь-то и сказал, что собирайте сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не съедает. Да, моль, ржа все съедает. Да. Да, хоть как, но все равно лежишь, время-то никуда идет. Может быть, я еще и поднимусь. Я одно время за одним рядом стоял старичок один. Это на Ображье, Новосибирске. И там у них не заладилось с отцом Яном. Они за него были, но его убирали, потом прислали Трофима. Трофим меня венчал. Он говорил, только бы подняться. Подняться мы бы им дали, но... И они что, патефонные, такие толстые иголки в кислоте. Соляная кислота или что-то растворяли. И эти обмазали ноги. Как ноги-то у них были. Я понял, этим путем идти нельзя. Тут надо... Я утром гимнастикой занимаюсь. Видел я ноги как?
И вот так вот поднимаю ноги, шевелю и легче. Вот это Галина из Германии. Быкова. Мне советы все дает, как лечиться. Чего, сейчас будете что-то мазать, да? Это говорил один рыцарь. Потом доделать. У него рядом вот так это? На стене меч висел. Смерть придет, я ей покажу без носа. А когда смерть-то пришла, он руку протянул, уже не может взять. То одно болит, то другое. Так, мне вот эта нога ваша нужна. Вот это. Смотри, голову. Вова вот там больно нажала, внизу. Ну ничего, потерпите немножко сейчас. У тебя руки мягкие. Приятные. Положить повязку-то сюда надо. Видишь, она еще делает. Чтобы вы могли идти-то. Массажирует. Я сам пытаюсь массажировать, а не умею, царапаю и все. Так, сейчас не больно вот это место? Где тут не больно. Сейчас, вчера было больно, сегодня нет. Ну, сегодня она уже мягкая. Я вчера, когда ходил, я ощущал, что мне лучше. А там ступенек, наверное, сотню поднимаешься, когда на мост. И я поднимался не так. Ступенька, вторую ногу, прям шагал, как левой подниму, правой. Вы понимаете, что это лекарство, оно может временно вам помочь и потом резко ухудшить, если вы будете большие нагрузки делать. Что там? Это лекарство может обратный эффект иметь, если вы будете большие нагрузки делать на ноги. Я не буду делать большие. Дойду и назад. А нагрузка только во мне. Я меньше буду ездить, буду меньше весить. Да это не надо ничего. При таких лекарствах, которые вам вводятся компрессом и методом вот этим вот, который с аппаратом, кушать обязательно. Вот это вот мазать я до самого последнего момента не давал. Нет, потому что у меня... 5 лет было, меня в город привозили, у меня сердце было плохо. А ваше тут колени, оно же разносится по всему телу. Вы все правильно мыслите, все правильно. Она для этого и делается, чтобы разносилось. А вот это мое сердце, оно не принимает на радость. Вот как вчера было с носком, чтобы я мог уйти, это мне подойдет. Вот эта икра... Икроножная. Ну, нога говорю. Уже и здесь внизу. Не такая красная, как она была раньше. О, это уже что-то. Потому что все лекарства действуют. Здесь вводится, оно действует во всем организме. И все суставы лечит, которые вы даже не подозреваете. Сам Господь лечит. Вот, как вы задумываешься о жизни своей. Ой-ой-ой. Вот думал ли она, что она будет жить. А я ее приглашал, так когда у меня мысли не было. У нее негде жить. Она говорит, у меня нету там. То сначала вещи у меня клала в сарае. Вы мне много-то не рассказывали. А что придет время, мы будем ходить с ней под ручку по городу, по всяким организациям меня водила. И там мне даже начислили деньги. 620, что ли, рублей в месяц. Во как, государство на меня разорилось. Чаевые это больше стоят. Вы понимаете, что это с каждым годом может увеличиваться, потому что называется индексация. Была пенсия 12 тысяч, стала 18 индексация. Вот и когда было холодно, будет... мне грелку сделали, грелка такая дырявая. Я это вот здесь вот сделал вверху крючок, а она там и... Через одеяло кверху, это крючок нормально. Этот, и горячее было, нога была у меня вся красная, может, то и повредил я. Это уже кончилось лето, забудьте, тут другие уже наслаиваются. Летом я буду по земле ходить, наслаиваются босиком, будете, если да. Живой буду. Конечно, если Господу угодно, живы будем, сделаем то и другое, поедем в другой город, или деревню, или еще что. Я немного неправильно сказала главу ей.
стих-то правильно, 23, 3 глава Колоссянам, 23 стих. Все делайте от души, как для Господа. А не для человеков. А не для человеков. Потерпеть надо немножко, неприятно. Задеваю я вас тут. А там давать не будете, чтобы давило? Будем все делать, как и вчера. Как и вчера, так и сегодня. Ну-ка, давай. Ну, конечно. Если у меня эта икроножия уменьшится, это уже большое дело. Так она мягкая, все нормально сверху. Сейчас не больно, говорите. Значит, то, что я гимнастику делаю, не во вред. Ну, вы делаете так, чтобы вам худо не стало. Ну, это уж как будет, да, давай. Можно говорить, вы говорили, дай бог не переперчить. Вот и смотрите. Ой-ой-ой. Я всегда говорил, вот болеют люди, а я говорю, а почему я не болею? А вот и как бы заболел. Еще больным-то себя я не очень считаю. Ну, с ногами, да. А вот до этого, вот она сейчас пишет, Галина ее звать, Быкова. Кровь, чтобы не шла, она не идет, уже остановилась. 2 недели кровь из меня выходила. Организм, конечно. Сейчас последний момент. Одеваем. Это когда снимать-то можно мне? В церковь пойду в этом еще? Конечно. Да? На целый день. Когда спать ложится, снять, перед да? Перед сном снимите. Да. Вот пускай учатся. Ну все нормально на деле. Нормально, конечно. Да, вот здесь вот только может быть немножко не очень хорошо. Так можно болеть-то. Лекарства. Все, мед. Давление маленько больше было. Стал есть черноплодку. Я ее мешаю с калиной и добавляю меду туда. Ну все. Спаси Христос, что потерпели. Все. Во славу Божью. Ну, спаси Христос. Слава Богу за все. Да, вот, аллилуйя. Как оказалось, тех мест. Да. Все. Это вообще удивительно. Подниматься, да? Да? Не торопитесь, потихоньку поднимайтесь. Потихоньку. Ну, конечно. Ну, все, Володя. Все, да, заканчивается. Сейчас. Сейчас он встанет до конца головой уже. Головой не ударится. Так, теперь что, можно штаны снимать, куда-то это спускать? А когда встанете, вам легко будет их спустить вниз. А-а-а! Да. Вон оно какое дело. Сидят, а вы как будете их тянуть? Так, теперь до вечера я свободен, да? Да. Ну все, слава Богу. Слава Богу. Можете поблагодарить Господа. Поблагодарить надо. Давайте перейду на левую сторону. Господи Боже мой, слава Тебе. Благодарю, Господи, за милосердие Твое, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов. Как Ты велик, Ты знаешь, какое лекарство, кому какое знание дать. Да будет благословен этот день. Ты позволил мне этими ногами пройти 1000 километров, когда пешком ходили мы, беря разные отходы бумаги, разносили по организациям. Я тогда посчитал, Господи, больше 3000 километров прошел. В семье пастуха родился. С утра до вечера в поле бегали. Так что мои ноги мне послужили. Да будут благословены. Кроме того, я со священной водой мажу. Благодарю Тебя за врача. Благослови, Господи, любовь. Воздай добром. Ты свел нас быть в одном месте на пользу друг другу. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. А Ты показал, какое лекарство-то снимал? Да. Все показано. Все. Посмотри, где паля он лежит, какая она. Все, слава Богу. Сейчас я разведу и водой промажу ноги святой водой. Какой Вы хотите мазать? А? Ну, то место, которое мы делали компресс, мазать ничем сейчас не надо. Святой водой не надо? Не смывать, не размазывать. Оно же работает у Вас. Лекарство, которое здесь осталось вот на этом участке,
Оно а когда я могу святой водой, когда я могу помазать? Через сколько? Давайте на завтра. Сегодня уже все. Вы внизу стопы можете помазать, а вот это место не трогать. Ну, да, значит, так. Это место тоже пока ничего не трогать, вторую ногу. Ну, тут у меня все наладилось. У меня вот сейчас главное колени. Колени не надо сейчас ничем трогать. Лекарство работает. Святая вода, она в любом месте. Вы внутрь приняли, она же там работает. Ну, маленько хоть помажу. Ну, стопу можете помазать вот эту. Ну, да. Вот эту. Ну, это терпимая нога, слава Богу. У меня вера в это, в святую воду. Ну, все верно. Я это каждый день, несколько раз было теплой воды. Ну, вы коленочки пока не мажьте. Пусть работает лекарство. Мы же сделаем перерыв. Завтра не будет. 4 дня не будет лика этого. Сделаем перерыв. Вот 4 дня это мы канон... Мы половина лечения курса прошли уже. Канон Андрея Крицкого будем кланять. Конечно. Кланять. Никаких лекарств мы не будем вводить. Мне не мешает кланяться-то? Нет. Ну и все. По мере того, как вы можете, вас никто не заставляет сверх силы, сегодня сверх своих возможностей. Хорошо. Ну все, слава Богу. Все, отключайте видео. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Чтобы мы не